Издательство «Паульсен», созданное в России некоторое время назад, специализируется в основном на выпуске научных, научно-популярных и художественных книг об Арктике и Антарктике. Современной литературы об этих северных регионах не так уж и много, тем более литературы для детей. Впрочем, все поправимо, тем более, если за дело берется не просто мастер слова, а человек, который лично побывал на макушке планеты. И вот эта книжка тоже была написана, значит, мне написали из издательства, предложили, а поскольку я единственный писатель из живых сейчас, который был на Северном полюсе, написать вот такую книжку о тех, кто побывал впервые на Северном полюсе на различных видах, ну скажем, транспорта. На лыжах, на вездеходах, на подводных лодках, на ледоколах, на самолетах, на парашютах. Вот, их достаточно много людей набирается таких. И вот я об этих людях перелопатил, конечно, кучу литературы, понемножку написал. Лауреат премии имени Корнея Чуковского, Виталия Бианки и других литературных наград кандалакшский писатель Олег Бундур своим новым произведением весьма доволен. Впрочем, оценить качество книги не только внешне, но и внутренне могут и все жители нашего города. Один экземпляр издания писатель подарил детской библиотеке. Еще один отправил в Мурманскую областную библиотеку. Тем же, кто захочет получить книгу для личной домашней библиотеки, смогут найти ее на сайте издательства «Паульсен».